Приветос, амигос, снова вы, снова я, снова новинка. Очередная игра, которая сделана, о боже, одним человеком. Да, такой нынче тренд. На этот раз игру сделал Владислав Яковлев. Я не знаю, почему, не понимаю, вернее, почему такие люди, как Сергей Носков и Владислав Яковлев, не могут найти друг друга на просторах интернета и делать игры хотя бы вдвоем. Чтобы, как бы, ну, у игры было больше шансов на хоть какой-нибудь успех. Ну, объективно, эти игры, они получаются слабыми. Какая бы там ни была высокая мораль в 35 миллиметрах или чего бы там, я не знаю. Но они не в состоянии тягаться в моих глазах, ну, практически ни с чем. Ну, давайте посмотрим. Может быть, Владислав Яковлев замутил что-то. Что-то годное. Сходу я чую Firewatch. Не знаю почему, но, по-моему, вот когда я смотрю на эту графику... Да, к черту озвучку, кому она нужна. Я прибыл к тому берегу, откуда все началось. Моим же, боже мой, ну и шрифт. Владислав, боже, ну и шрифт. На какой черт ты выбрал такой дебильный шрифт? Буду играть на геймпаде, чтобы не быть мейнстрим. Значит, об игре надо сказать... Блять, мы играем бацильным каким-то... Хороший вопрос, что, блядь, с ним происходит? Когда-то здесь было намного лучше, чем сейчас. Прежде чем пойти дальше, активируйте древнюю силу камня. Ебать, колотить. Целовать. А, использовать, блядь. Ну и шрифт, ебать. Вижу тень наискосок, рыжий берег с полоской ила. Я готов камни целовать, на которые толпа сходила. Да, блядь, ну не хватает рун. Чё от меня надо-то, ёб твою мать. Я, наверное, должен пойти по вот этой замороженной дороге, да? Не хватает рун. Значит, это игра с элементами хоррора, основанная на каких-то, бля, реальных событиях, о которых я вообще никогда ничего не знать не знал. Про какую-то там гору медведь... Как-то называется она, что-то там с медведем связано, где... Часто видят какие-то НЛО жители там области. Это место находится в России. Но, по-моему, судя по тому, что я вижу, там в этой деревне просто варят мед. Оголтелый варят, сука, отъявленный, либо паленый самогон. Вообще, это, конечно, похоже на какой-то спайсовый приход, по-моему. И то по легендам и слухам, потому что никогда такого не видел. Блин, ну не хватает руны. Чё, блядь, это что? Это реально геймплей какой-то начался или чё? Так, я должен зарядить камень силой. Силой света. Блядь, не хватает рун. Ёбаный в рот. Да, эта игра вот просто сходу мне нравится. Я вот просто балдею. Вот, ладно, в 35 миллиметров хоть ходить надо было. А тут-то вообще автор решил что-то типа изобресть. Походу. Пока что он занимается просто изнасилованием моих глаз. Я, бля, вообще не понимаю, хули от меня здесь хотят, блядь. Как они, блядь, эти игры делают? Для кого они их, ебаный в рот, делают? Вообще не въебу. Только, блядь, игра началась, сразу какая-то ебанина, блядь. С рунами с какими-то, блядь. Что-то заряжать надо. Какая нахуй? Владислав, блядь, ты вообще в игры-то играл хоть сам? Хоть раз игру-то хоть одну в глаза видел? Можете книги писать? Я просто, бля, в ахуе. Ну чё, зарядка. Какие-то руны заряжать, блядь. Все лагает, проседает. Для брони, блядь, нихуя себе. Энергия покинула камень, защищает тебя, так? Ебать. Тут что, еще скажи, что это шутер, блин. Какой блок? Что, блядь, это что? Я только один блок знаю, это поэт, блин. Ставить заряженный камень куда? В какую задницу? Вы сможете миновать смерть. Обратно в блок, блядь. Я с этим интерфейсом я просто понять не могу, в какой блок, чё, блядь, где камень. Вот это, наверное, блядь. Во.
Что это было? Хуйня какая-то это была, блядь, честно говоря. Ну да ладно, пойдем дальше. Просто, просто дичь, блядь. Как? Не, серьезно. Вот эта вот, вот картинка смотрится не, неплохо. Да. Ох, ебаный насрал. Вот он хоррор пошел, пацаны. Вот он хоррор. За нами гоняется агрессивный колобок. Красный, красный, красный колобок. Надо, блядь, бежать как-то. Вот он, спринт. Нету спринта на геймпаде. Нихуя себе. Ой, камон, а загрузка-то была? Я не хочу опять ходить по этому ебанатскому уровню, блять, с этими какими-то камнями, чего там. Блять, игра с элементами хоррора, нихуя, я обосрался, бля, колобок напал. А, вот он, спринт все-таки есть, блять, надо на стик нажать. Места для зарядки. Запоминайте места, где можно зарядить свой смартфон. Блять, ну в этот раз я успел убежать подальше, прежде чем началась вот эта ебанина. А, блять, а нельзя было сделать чекпоинт вот после вот этой хуидристики, чувак? Ну серьезно. Так, целовать. Не хватает рун, сейчас мы, блять, силу камня активируем. Как ее, блять, активировать, вообще не помню. Наверное, надо подойти к вот этой хуете, наверное. Ну, я нажал. Все, заряжена. Темнота ушла, а враги вас не видят. Активируйте силу второго камня. Не, я понимаю, почему, блядь. Теперь все осталось на свои места. Я понимаю, почему Владислав, который сделал вот эту игру с Сергеем Носковым, блядь, не смогли, наверное, найти просто общий язык. Один говорит, давай сделаем серьезную игру про, блядь, постапокалиптический мир, там, с какой-то, бля, моралью дешевенькой, но все-таки. А Владислав такой, да не, ну нахуй, давай вот, блядь, игру, где камни надо заряжать какие-то, блядь. Он говорит, блядь, какие камни, блядь, говорит Сергей Носков. Вот, вагонетка, блядь, стоит чужая, спиздить, поехать на ней, там какие-то бандиты-то деда докопались, блин, там подвал, что-то фотка, семья погибла, альбом, блядь. Владислав, нет, давай, блядь, давай там будут, короче, не бандиты, блядь, а красные колобки, короче, летать, нападать, блядь. Че надо, блядь, сейчас сделать? Я, блядь, вот вообще нахуй понять не могу. Че зажать? Пиздец. Я читал комментарии там... Там, где взял игру, скажем так, в стиме, блядь. Чел писал, я, говорит, скачал, блядь, до 5 утра играл в эту игру. Наверное, это и был, блядь, Владислав. Сам, блядь, сам комменты себе пишет, блядь. Я просто охуеваю, блядь. Чё я сделал в прошлый раз? Как мне, блядь, уйти отсюда? Я просто нихуя. Даже, блядь, я вот эту хуйню вижу, даже разбираться мне не очень хочется. Ёбаный, блядь, в рот, давай нахуй на клавиатуре. Обратно в блок, блядь, вставить камень. Где блок? Вот это блок. Блядь, вставьте камень обратно в блок. Чего? Что тут? Что в этом, блядь, в этой вакханалии ебаты, блядь, называется блоком? Вот это, блядь, пирамидка, это блок. Хорошо, я понял, все. Опа, опа. Сейбл отсюда. Там колобки, блядь, нападают, наверное. Не хватает рун, блядь, правильно? У меня ни одной руны нет, но меня уже научили ими пользоваться. Блядь, а как моргнуть? Герой не может поморгать, а то у него, блядь, все глаза в этих, сука, каплях. Или он в водолазной маске бегает, я хуй знает, что это такое. Очень стильный саундтрек. Не узнаю, откуда эта мелодия, но знакомая. Пока из хоррора тут только гром.
что происходит нахуй? А, это был пролог. Вау, нихуя. Очень качественный, качественный пролог вообще. Так, что-то странное переместило меня сюда. Здесь я обнаружил записки каких-то исследователей. Блять, отлично, я просто охуеваю. Такой шрифт, что прям невозможно успеть прочитать. Сквозь эти, сука, капли, которые, блять, как-то почему-то завиваются вокруг моего экрана. Посмотрите, капли, блять, по экрану против часовой стрелки движутся. С какого хера, блядь? Я просто ничего не... Он как говорит, какие-то записки нашел, а я не вижу нихуя. Где записки? Что, блин? Вот, по-моему, да? Следующая наша цель — высокая гора. Это, блядь, звуки конченые. Что гремит? Управление, используйте колесико мыши. Боже, блядь, он... Владислав, это, наверное, сам... Нет, это дети Владислава в Пайнте рисовали. Пайнте, что это такое, блядь? Серьезно, взрослый человек не может намалевать такое художество, блядь. Лайк, дизлайк под этим видео, видите? Вот. Взрыв моего... Знаете, что здесь нарисовано? Взрыв моего пердака равно либо лайк, либо диз. А, это что такое? Палатка, блядь, домик Ленина, черепа... Бля, вообще убери это нахуй, я сильно понимаю, что это... Бля, опять воинствующий колобок, нас въебывать отсюда, давай. Безымянный главный герой, вывози, блядь. Я не переживу. А где тут сохраняться-то можно? Хуй тут. Бля, я умираю, реально, я умираю. Я просто не понимаю, что делать надо. Я, блядь, и бежать-то не могу. Пей воду, отдыхай. Может, он в воде меня не достанет. Блядь! Отъебись! Вот это хоррор, пацаны. Колобок-убийца, блядь! Колобок-убийца! О, высокая гора, вот она, бля, высокая гора. У меня что-то внизу заиндивела уже маска. Блять, он что, он летает над горой. Соси ногу, тварь. Присесть нельзя, вообще нихуя нельзя сделать. Рун не хватает, блять, моей задницы. Вообще не понимаю, как без рун я что я тут делаю. Бля, игра атмосферная просто, ебать, вот Сильвер, наверное, тащится. О, заебись, я нашел 220. Убей меня, лучше молния. Лучше молния, чем колобок, блядь, да, ёпта, аномалия. Сталкер, сталкер. Игра, блядь, как сталкер, только говно. Блядь, люди заценят, бля, нихуя такой сталкач просто. Давай, скажи мне, что я опять на лодке плыву. Нет? Ну, я послал. О, блядь, дождь кончился. Ради этого стоило сдохнуть. Может, я теперь хоть увижу что-то, блядь. Высокая гора. Давай посмотрим, где тут, блядь, высокая гора. Вон там, наверное. Господи, спрячь эту хуйню, чтобы я не видел. О, нифига я что нашел. Вот она, руна-то. А, их не хватает. Блядь, а где руну-то взять? Тут скоробей. О, еще какие-то. В пещерах руны искать. Нихуя. Ничего себе тут, это серьезная, серьезная заявка, блядь, на игру года. Я думаю, что Обливион уже слетел с престола. Там-то в пещерах что только, блядь, мечи всякие найти можно было, а тут руны, ничего себе. Карта, что-нибудь тут есть? Нет, нихуя тут нету. Здесь есть вот это вот, блядь. Может, она нам поможет, давайте посмотрим. Блядь, сейчас там опять дождь ебаный начнется, я опять ничего не увижу, короче, походу, да? Солнышко равно, блядь, взрыв жопы. Надо на солнце не смотреть. А вот это что такое, блин? Наверное, газовая атака, блядь. На сектор газа. Солнце равно броня. Пещера равно разрыв очка. Стирательная резинка, лампочка и шалаш на колесах. Инопланетяне, есть они или нет? Ну да, взрыв моей жопы, лайк, дизлайк. Это я уже понял, что еще. О, вон антенна вижу, пойду на антенну. Бля, какая-то дырка, что-то там. Опять все это уже повторяется, наверное, не знаю. Так, впереди я вижу какой-то огонь. Тут какой-то дом, блядь, был. Не достроили баню. Костер горит, наверное, тут люди где-то есть. Люди, хуи вы на блюде. Вот топор, но взять его нельзя, потому что мы собираем в этой игре только, блядь, записки.
Мы покидаем это место, с каждым днем все сложнее. Да, да, мы строили дом, не достроили крышу и решили отсюда сдриснуть. Это разумно. Вот есть припасы, есть топор, но нашего героя интересуют только руны. Я хуй его знает. А это что такое? И еще записки. Как здесь хорошо, теплыми вечерами. Надо дождаться теплого вечера и заценить, наверное. Не знаю, для чего такая записка нужна. Бля, я еще халат хуесосил. Да халат вообще игра века. Так. Видел антенну вдалеке, а типа вон она. Туда пойдем. Хоть какой-то ориентир. Может, мы позвоним оттуда. И вызовем помощь. Есть ли тут ловушки? Нет. Есть враги? Нет. Шутера? Нет. Есть руны в пещерах. Пещеры-то есть? Нет. Так, мне гора преграждает путь. Может, туда по пещере можно пройти? О, я пещеру нашел. Сейчас руну добуду. Нихуя себе пещера. Это дырка, наверное, от метеорита. Видите, оплавленные края. Тише. Я за главного героя переживаю больше, чем за себя, ёпта. Я знаю, что внизу там, блядь. Это уровень помойка, блядь, из Dark Souls 2. Или Манус. Смотрите, это же бездна. Бездна из Dark Souls. Ну давай, тут что делать больше? Нехуй, сейчас будет скримач, пацаны! О, нихуя я залез. В следующий раз не забудь включить броню. Дала мне игра совет, блядь. Я хуй знаю. Я и не знал, что эта игра, блядь, претендует отобрать свои лавры у Дума. У Дума четвертого, блядь. Там я, там-то тоже броню надо было включать. Отлично, солнце светит, прям еблет, я просто не хочу. Блять, вообще, зачем была вот эта дырка, объясните мне. Может, тут где-то надо веревку найти и туда залезть? Так главный герой ничего не подбирает, кроме рун. Может, там надо было броню включить, а где броню найти? Герой же только руны ищет. Можно было топор взять, топор сколько-то брони дает. Так, вон там антенна впереди справа. Все, я иду снова. Блять, это цель моей жизни теперь, дойти до антенны. Я не буду подбирать эти, блядь, уебанские записки. Блять, во-первых, шрифт говно, во-вторых. Мне, блядь, настопиздили игры с этими абстрактными какими-то письменами, которые они подсовывают. Где какая-то мудрость там, блядь, в тексте заложена просто великая, походу. Чего она, блядь, нахуй? Почему люди, блядь, в играх и некоторых фильмах разучились говорить прямым текстом? Я не понимаю, неужели это, блядь, так сложно? Так, мне надо как-то гору обойти. Умный в гору не пойдет. Умный в гору обойдет. И пещеры тут, сука, нет. О! Ну да, это точно, блядь, российский остров, где О, вот она. Но только ты... Пещера моей мечты. Только ты. Пещера моей мечты. Блять, нет. Главный герой там только подыхает. Надо валить отсюда. Видимо, мне нужна руна брони, чтобы попасть в эту пещеру. Он начинает кашлять, загибаться, блять. А я тогда антенны не добегу, если буду дохнуть в каждом... В каждой дырке, блять, анальной. А я, по-моему, уже вижу... О, осень настала. Ничего тут, быстренько. Бля, главный герой бегает, как инвалид, реально. Вот минутка спринта, и все. Странно, как по каким принципам здесь нападает красный колобок? А еще тут можно идти вдоль... Че это было-то, нахуй? Кара Господня, блядь, на голову грешников. Въебываем отсюда. Харкнул кто-то, блядь, в левое ухо. И на протяжении всей игры играет, блядь, бесячая вот эта радостная музыка. Чему, блядь, радовался автор, когда я сюда запиливал?
Лучше бы мы в тишине бегали и гром раскаты слушали, нет? Вон оно, око Саурона, блять, мы идем. Фродо за мной, мы почти у Мордора. Ой, еще какая-то хуйня. Ну, что происходит-то, блядь? Да. Я попытался найти что-либо на Ютубе по этой игре, блять, она настолько непопулярна, что вообще ничего нет. Впервые такое вижу. 35 миллиметров сразу там появилось. Блять, они гаснут. Отлично. Что это за кнопки? Что с ними делать? На кой хер они нужны? О, может, блять, вот эта записка мне что-то расскажет. Мы так и не смогли подобрать нужную комбинацию, вдруг пошел дождь. Ага, нужная комбинация из трех кнопочек, да? Я уж молчу про то, что эти кнопки вообще не бросаются в глаза. Так, вот она загорелась. Это потухло. Раз, два, три. Блять. Первая, вторая, третья и чё? А, вот, и люк открылся. Понятно. Здесь, наверное, первая руна будет сейчас. Да, вот мы видим дверь марсианского корабля. Не хватает рун. Энергетические круги раскиданы по всей карте. Нашли записную книжку, которая, блядь, то же самое, что и обучение. Угу, это вся озвучка, да? Я вон протаранил привидение. Так подожди, а руну-то, блядь? Ну, берите нахуй всю книжку. Руну-то мне дайте, ёпта, я вот в пещеру пришел, я руну хочу. Мне рун нужна, как бы, блядь, на броню там на какую-то или чё. Темно, как в жопе, блядь, нихуя не вижу. Вот она, наверное. И что это такое? Ура, я нашел что-то. Хватает рун. Ну что ж, сейчас мы зарядим эту руну. Наверное, это и станет моим ключом к прохождению, блядь. Чего-нибудь. Что тут можно пройти-то, я даже не знаю. И чё? Как бы кто-нибудь, блядь, не может сказать, что эта руна делает? А, теперь я должен пойти ее и вставить. Да, я что-то забыл же. По-моему, блядь, в обучении именно это мне предлагали делать. Иди нахуй, ёб твою мать. Нет, не хватает рун. Блядь, я, конечно, понимаю, что эта игра загадка, но ты бы хоть объяснил, в чем, блядь, загадка, хуль тут делать-то надо, я вот... Подожди, чё, вот я ее, блядь, разрядил, да? Заряжается. Кто заряжается, руна или камень этот ебливый? Вот он зарядился, да, смотрите. Нет, не зарядился. Сейчас этот сфинктер, блядь, где тут индикатор, блядь, зарядки? А, я понял, там вот какая-то хуйня с потолка падает, наверное, она... Как-то связана с зарядкой. Вот это что происходит? Откуда, блядь, оно? Что это такое? В этих декорациях хуй что поймешь. Вот, смотрите. Вот, я зарядил. Теперь надо пойти ее и вставить, да?
Вот, это падает с потолка, хотя на потолке нихуя нету, не знаю. Вот, я вставил, да. Как бы и чё дальше, блядь? А теперь я и взял её. Охуенно играю, просто, блядь, играю наслаждение такое, что пиздец. Чего, блядь, чего вставил? Куда? Нахуй это надо было? Сейчас опять можно зарядить, да? Ну, конечно. Охуенно, блядь. Я всю жизнь бы бегал бы вот так взад-вперед с этой руной и охуевал. С такими подсказками, блядь, которые нарисованы просто. Даже не Paint, блядь, это... Хуй знает, набор мелков, наверное. Как будто он принес, блядь, фломастеры и пару страничек в детский сад, блядь, для не самых торопливых в развитии детей, скажем так, и они ему вот это вот нарисовали. Эй, блядь, каляка-маляка, ебать. Охуенно. Ух. Мне радуют комменты, которые пишут под такими играми, что русские разработчики... как там, российский игрострой, блядь, встает с колен. Нихуя себе, это, видимо, предсмертная агония какая-то уже. Он встает с колен, блядь, чтобы упасть, наверное, блядь. Я вот слышу звук какой-то, что-то гудит. А, о. О. Очень нашел. Я активировал руну. Послушал мелодию, блядь. С телефона, блядь. Времен, сука, я не знаю. Начало нулевых. Рингтон, Панорама ТВ, бля. Просто смс не нам. Вот, теперь я для чего. То есть теперь я даже вот не знаю, тут даже, блядь, не стали писать, что эта руна дает, броня это жизнь или что это, блядь, она просто, ты просто вот можешь ее активировать, и это охуенно вообще. А я еще что-то на крейдл пиздел, да крейдл, блядь, на голову выше. Там вон, блядь, можно щи варить, орла кормить, блядь, ангоца этого, помидорки резать, блядь, чай наливать, охуенная игра, блядь, геймплей от бога, а тут, блядь, хуй знаю, ходишь, руны собираешь, что-то используешь, зачем, чего, блядь, куда идешь? О, что это такое? Так, ага, это аномалия, она рассосалась, сейчас артефакты появятся, наверное. Воу-воу-воу. Игра в Steam, кстати, стоит аж 200 рублей, безумное количество денег. Для данного продукта, ну это правда перебор. Опять. Карта здесь не очень большая. Я раньше с той стороны сюда приходил, теперь с этой сюда пришел. Что можно идти по камням, на которых нарисованы стрелки, а можно их игнорировать, как бы разница не изменится, вы придете сюда. Отсоси, блядь, я заюзал руну. Да, умри. То есть. И все, блядь. Руна потикала что-то, блядь. И все, я начинаю пиздюливаться, короче. Вот этого шарика, который мне просто нечем убить, бля. О, я пойду. Я пойду в пещере спрячусь, я ебал. Соси хуй, шар. Шах и мат. Здорово, призраки, я теперь с вами. Я буду здесь жить. Нихуя не знаю. Все нормально, блядь, идем. Вот я руну зарядил, заебись. Сейчас вставим, блядь. Что-нибудь-то будет, наверное, не знаю, что. У меня две руны, охуенно же. Что с ними делать, правда, я вообще, блядь, не понимаю. Давай зарядим их обе. Вот. Теперь надо, наверное... Дрищ. Вот я ее активировал, и что? В
оставить никак, блядь. Лезть тут некуда, я просто пришел, взял ту ссаную руну, блядь, нахуй она мне нужна, вообще не понимаю. Я думал, что эти руны что-то открывают, но нет, они что-то дают какую-то броню, блядь. Я ебал, вот мне интересно, этот разработчик, он вообще играл в исчезновение Итана Картера? Игра тоже от инди-разработчика, возможно, там, слава богу, не один человек ее делал. И она тоже в плане геймплея, конечно, днище редкостное, но там есть сюжет, там есть, блядь, его развитие, финал, ее интересно проходить, блядь. А может быть еще он играл в игру Сома. Тоже игра с не самым последним в мире сюжетом, я хочу заметить. И тоже там геймплей не очень силен. На, я юзаю руну, откладываю свою смерть, бегу дальше, щемимся, щемимся. Кстати, у зарядника я могу только одну зарядить, я даже не знаю, нахуй мне две руны. Если заряженную, я могу носить только одну. А цель я вам базарю, цель добраться вот до вышки, блядь. Просто главный герой не может спринтовать дольше, блядь, 25 секунд. Рун у него нету, блядь, заряженную только одну, и поэтому туда хуй добежишь. Прикольно. Концовка игры видна в самом начале, это тренд. Вау, yes. Вон она вышечка. Вон она. Сейчас я игру пройду, пацаны. Сейчас пройду ее. Пройду ее, блядь, как нехуй. Сука, там шар опять. Ну, я его сагрил, естественно. Как же, блядь. Как же без этого-то? Вон она, антенна, бля. Внизу еще какая-то хуйня. Руина какая-то. Может, молнией шар убьет сейчас нахуй. Пошел в жопу, дурак, блядь. Умри, шар, умри, умри, упади, упади. Бог есть, все, конец игры. Пошла нахуй, я ебал. По-моему, это какой-то, блядь, кусок просто говна какого-то конченого. Я, бля, в ахуе. Я не знаю, блять, кого и чем эта игра должна зацепить, чтобы он, блядь, эту хуйню проходил. Я не знаю. Я, бля, готов уважать, конечно, труд любого разработчика, блять. Отлично, что он делал эту игру один. Просто молодец, я не понимаю, зачем, блять, он сидел и делал вот это. Я понимаю, почему один, да, потому что больше никто такую хуйню делать, наверное, вместе с ним не захотел, но, блять, зачем? Вот что ты хотел добиться? Чтобы, ну, купит у тебя, блять, 15 человек по 200 рублей, я не знаю, еще 100 человек ее скачает, блядь. В итоге обосрут ее, тебя и, блядь, и что дальше, ну и что? И смысл-то в чем? Я вот нихуя не понимаю. В общем, короче, не знаю, что-нибудь пишите, что-нибудь жмите, может, блядь, кто-то из вас ее играл, кто-то ее прошел, может, разгадал какой-то, блядь, сакральный смысл всего этого деяния. Пишите, пишите, блядь, я готов, блядь, выслушать. С удовольствием прочитаю ваши комменты насчет того, что, блядь, раз этот чувак один эту игру сделал, значит, игра охуенная. Вот, блядь, любая хуйня, которую делал один человек, она по умолчанию, блядь, охуенная. Считается вот просто пиздец. Все, короче, ёпта, я ебал на него время тратить. Адьё.